Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» начала свою историю в 2002 году. Сегодня ее отделение есть в 85 регионах страны. В Сочи отделение действует с прошлого года, но уже стало площадкой для эффективного профессионального диалога руководителей предприятий и представителей власти. В первую очередь, конечно, наша цель – объединить интересы местных предпринимателей, защитить местных предпринимателей, потому что на сегодняшний день город Сочи достаточно лакомый кусок для предпринимателей и со всей России сюда приезжают. Да. Вот наша задача, прежде всего, чтобы наши сочинские предприниматели, они не были обижены, чтобы они присутствовали на рынке, чтобы они развивались. В ходе круглого стола, в котором приняли участие бизнесмены, рестораторы, ательеры и представители власти, а также отделений «Опоры России», обсуждали планы на сезон 2017. Поговорили и о роли малого бизнеса в развитии внутреннего и въездного туризма. Как выжать максимум из сезона? Как сделать так, чтобы каждый гость, который выберет город Сочи для своего отдыха и лечения, не просто побывал у нас и тем самым внес свой вклад в копилку нашего общего успеха, но как сделать так, чтобы этот гость получил максимум сервиса, максимум из обещанного, а может быть даже и чуточку больше, и с удовольствием приехал к нам снова, порекомендовал наш курорт своим близким, своим знакомым, своим коллегам. Итогом круглого стола должна стать резолюция, то есть круг самых острых вопросов, которые краевое отделение «Опоры России» планирует обсудить в феврале на совещании с новым министром курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофором Константиниди.